свободу бизнесу. Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет. Возьму плакат и пойду к правительству с плакатом. Вот наш народ такой предприимчивый. Дайте им возможность, пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет, еще. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят, еще какие-то рабочие места создают. Парламенты, проследите за этим, пожалуйста. Все боятся, все... Дайте какой-то стартовый капитал. Свободу бизнесу, и тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут.